В этом году в Белгородской области появится научно-образовательный центр мирового уровня. Это часть федерального проекта по созданию 15 аналогичных центров до 2024 года. 5 из них, включая Белгородский, начнут работать уже в этом году. Для каждого региона тематика НОЦ подбирается индивидуально, учитывая сильные стороны экономики и местного производства. Белгородский центр будет специализироваться на инновациях для агропромышленного комплекса. Ну, всего довольно мощного потенциала научно-образовательного, который есть в Белгороде. Скорее всего, задачи НОЦа, они будут лежать именно в сфере таких сильных сторон, как образовательной и научной системы, так и производственной структуры региона. Это геномика, биотехнологии, это улучшение пищевых производств. Именно наличие сильных инновационных предприятий в отрасли АПК сыграло решающую роль, а базой станет госуниверситет. Одним из ключевых двигателей развития системы научных исследований будет участие в них производственников, чья заинтересованность еще и в том, что работодатель будет готовить для себя перспективных сотрудников.